Вы знаете историю о том, как Ибрагим, алейхиссалям, когда он сначала посетил Исмаиля, алейхиссалям, постучал в дверь и спросил его жену: «Как ваша жизнь?» И она начала жаловаться на все, на каждый аспект ее жизни. «Знаете, это нам сложно, и это сложно для нас». И в сообщении пророка Ибрагима, алейхиссалям, в отношении невестки было сказано: «Когда твой муж придет домой, скажи ему, что приходил странник и сказал: поменяй порог своего дома». Поэтому, когда Исмаиль, алейхиссалям, вернулся домой, его жена сказала ему: «Приходил один путник и навестил нас. Он спросил, как у нас дела, и оставил сообщение для тебя, сказав: поменяй порог своего дома». Поэтому он развелся со своей женой, женился на другой женщине. И снова пророк Ибрагим, алейхиссалям, приходит в гости, и по милости Всевышнего у сына красивая жена. Он спрашивает: «Как ваши дела?» И она ни на что не жаловалась, сказала: «Альхамдулилля, мы довольны всем. Аллах дает нам и милости, и испытания. Мы все это принимаем, мы всем довольны, хвала Аллаху, Господу миров». Пророк Ибрагим, алейхиссалям, говорит: «Когда муж вернется домой, скажи ему: держись и стой на пороге своего дома». И он берег эту жену. Так что же, сестры по вере, вы из тех, кто жалуется, или из тех, кто доволен?